Так, всем здравствуйте. Как меня видно? Как меня слышно от 1 до 10? Поставьте, пожалуйста. Так, видно, слышно. Все хорошо. Меня зовут Виталий. Я являюсь партнером корпорации Greenleaf, о котором сегодня пойдет речь. Сегодня буду рассказывать от имени того человека, кто вас сюда пригласил. Это касается всех-всех новеньких людей, да? Кстати, поставьте, кто первый раз, кто ни разу не знает, не слышал, не знает, куда их пригласили, на цифру 5. Цифру 5 поставьте, пожалуйста. Мы вас поприветствуем. Вот. Сейчас вы как раз видели песню Виктора Цоя, да, «Перемен». Все люди ждут перемен каждый день, да, всю жизнь ждут перемен. А на самом деле перемены происходят ежедневно. Просто кто-то их видит, кто-то не видит. И сегодня у нас, мы живем в уникальное такое время, что благодаря всем технологиям, да, тем возможностям, любой человек может эти перемены сделать сам в плане финансовых перемен. Ну и чуть-чуть, чтобы перейти к самой, да, презентации, хочу вот такой вот поставить новый слайд, чтобы все, да, задумались, кто будет смотреть эту презентацию в записи, что оказывается не так уж много возможностей у всех людей, да, на всем земном шаре, чтобы, так сказать, хорошо зарабатывать. Просто многие люди не знают. На этом слайде, да, это квадрант денежного потока. Автор-создатель его Роберт Киосаки, я думаю, многие услышали. В принципе, так и есть. То, что 80% людей всего земного шара, да, которые трудятся, работают, да, по всему миру в разных странах, их порядка 80%. Да, и они получают за свой труд в каждой странах, да, свою зарплату. Соответственно, на каждой работе, в каждой фирме, организации есть свои правила. И, соответственно, если вы будете следовать этим правилам, да, вас не уволят, не сократят и так далее. Да, есть такой, да, как это писал Карл Маркс, работодатель платит ровно столько, чтобы человек не ушел с работы, а работающий работает ровно столько, чтобы его не уволили. То есть, в принципе, никто здесь не заинтересован в этом секторе, как сказать, ни вас, ни вы в них, да, вы отработали, получили деньги, все. К сожалению, это так и есть. И вот я в последнее время, вот задайте себе такой вопрос, да, если среднюю зарплату берем России, стран СНГ, ну, можете даже и не писать, но пускай будет там 30-40 тысяч, там в крупных городах, ну, 50 тысяч пускай будет, да, пускай такая, да, зарплата. И люди, соответственно, ходят на нее, да, и жалуются многие люди, вот недовольны, да, и ищут работу, чтобы найти там, иногда спрашиваешь, а сколько ты хочешь вот зарабатывать? Ну, хотя бы 80 или там 100 тысяч. Ну, допустим, 100 тысяч, сами понимаете, это уже более трудно найти такую работу. Почему? Потому что есть люди, которые готовы работать за 30-50 тысяч и все. То есть к чему я говорю? То, что я вот вообще в последнее время не понимаю людей, да, не понимаю людей, которые заведомо, да, ходят на работу, где нет какого-то там большого роста. То сейчас вот есть разные технологии, возможности, сегодня пойдет речь, что
вы, не бросая свою любимую работу, можете уделять всего лишь час-два часа в день и выйти на доходы гораздо больше, чем вы зарабатываете на своей работе. Вот, не надо бросать. Значит, следующий сектор – это люди, которые работают на себя. Некоторые скажут, я не хожу на работу, я на работу на себя. Таких людей меньше, да, у них как бы больше денег, можно так сказать. Они работают на себя, но у них и риски. Соответственно, если вы там врач, там зубной там техник, парикмахер, если вы заболеете или еще что-то, да, то, соответственно, вы не выйдете на работу, поток денег прекратится. Да, если вы там в первом секторе, где 80 людей выйдут, у вас там может быть больничный и так далее. Вот. Но все вы знаете, да, 40 лет там работы и пенсия, сами знаете, какая идет. Вот. То есть эти люди, чем отличаются от первого сектора, их меньше, но у них может быть какой-то бизнес, свой магазин, да, какая-то точка, может быть 2, 3, 5, 10 сотрудников. Здесь в этом секторе, кстати, есть люди, которые тоже хорошо зарабатывают, 300, 500 тысяч, миллион рублей даже в месяц. И они себя чувствуют хорошо. Но если мы посмотрим на третий квадрант, да, где 4% владельцы бизнеса, то есть работающие на себя и владельцы бизнеса, не путайте. Владельцы бизнеса – это где, допустим, ну возьмем сеть магазинов «Пятерочка», да, сеть, допустим, «Макдональдса», сеть заправок. То есть понятно, да? То есть это не один какой-то магазин, это может быть магазины в разных городах, в разных странах даже. Понимаете, да, в чем отличие? То, соответственно, тот человек, да, кто находится, создал это когда-то, да, является там каким-то учредителем, то, соответственно, у него больше свободного времени, он может ездить, отдыхать. Скорее всего, здесь уже люди тоже могут быть и рублевые миллионеры, ну и долларовые миллионеры. Но чем они отличаются от тех людей, которые на себя, у них больше свободного времени. Больше свободного времени. То, что у них есть свои заместители, директора там, и так далее. Также в тот сектор, который приглашаем мы вас, именно мы находимся в этом секторе. И то есть, соответственно, если вы где-то работаете или у вас свой небольшой бизнес, вы не надо бросать свои дела, вы можете автоматически, сейчас буду говорить, переместиться сюда и зарабатывать еще отсюда, не меняя свои привычки. Одну привычку вам надо будет только изменить, да, я вам сейчас скажу чуть позже. И четвертый сектор – это инвесторы. Ну, инвесторы, сразу хочу сказать, все инвесторы у нас находятся в Лондоне, в Швейцарии и так далее. Это люди, которые живут на процентах, которые вложили всякие акции, облигации, не то, что даже они, а уже поколение людей. И таких людей, как говорится, 1%. Деньги работают на них. Не они работают на деньги. Как раз они инвестировали всякие в заводы, в пароходы, где владельцы крупных бизнесов являются. Они строят торговые центры и сдают их в аренду, которые люди, где 15%, да, малому бизнесу. Это как пример. Да? Соответственно, малый бизнес нанимает людей из самого первого сектора, где 80% людей находятся, да, они работают или в малом бизнесе, или на заводах, пароходах, которые находятся в третьем секторе, где владельцы бизнеса. Вот и все. Другого способа не может быть. Если вы воруете, да, воруете, занимаетесь какими-то плохими делами, вы работаете на себя, вы находитесь во втором секторе. Вот. Итак, это просто для размышления. Как идет вообще поток денег и так далее. И получается, что с левой стороны находится много людей, а денег мало. С правой стороны совсем наоборот. Много денег, мало людей. Это есть жизнь. Так вот суждено. И если я у человека иногда спрашиваю, вот он говорит, я зарабатываю 100 тысяч. А хочешь ты заработать там 200 тысяч? Он говорит, хочу. И когда у многих людей спрашиваешь, а как ты можешь зарабатывать такие деньги? И многие люди там начинают, ну вот я сейчас бы там открыл там это или еще это, куда-то там вложил и так далее. Ну, во-первых, сразу хочу сказать, если вы куда-то вложите 99% это все финансовые пирамиды,
больших вы денег там не заработаете. Если вы хотите вложить в швейцарский банк, то швейцарский банк дает, дай бог, 5% годовых. Да, и вам надо положить миллионы рублей или долларов, какую сумму вы хотите получать. Вот. И, соответственно, сегодня речь пойдет о том, что нас всех, что всех людей объединяет. Мы все с вами живые люди, все с вами живые люди, мы все с вами ходим в магазины, да, в магазины. И вот следующий шаг, куда вы ходите? Вы покупаете, первое, продукты питания, да, личную гигиену, да, кушать не будем, как говорится, не будем. Мы живем в цивилизованном мире, все мы моемся, стираем, умываемся и так далее. Также мы ходим в другие магазины, иногда покупаем себе там какие-то вещи, там одежду, делаем ремонт, кто-то машины покупает, да, кто-то там японские, кто-то немецкие машины, кто-то ездит отдыхать. Вот она вся жизнь. То есть нас объединяет то, что все заработанные деньги, мы берем первую категорию товаров, товары повседневного спроса. Про еду я даже не буду говорить, да, по еду я даже не буду говорить. Вот, кстати, еще хочу заметить, вот на этом слайде вы задумались вообще хоть раз, куда вы платите деньги? Куда мы все, кому даем деньги? Вот здесь одни из самых крупных магазинов стран СНГ, в частности России. Ашан, Окей, Метро, Лента, СПА, Семья, Призма и Ритейлер Групп, куда входит Пятерочка, Перекресток и Карусель, на сегодняшний день число магазинов в одной только в России перевалило за 10 тысяч магазинов. Вы видите, что сейчас делается? Вы вышли из подъезда, магазин стоит, в следующем доме магазин стоит, идет конкуренция, идет борьба. Я вот живу в одном районе, да, и у нас в одном доме магазин, и рядом был двухэтажный мебельный магазин. Я никогда не думал, что там будет магазин, там открылась Пятерочка. Почему? Потому что они являются, все магазины конкурируют, они, соответственно, захватывают рынок. То есть человеку уже не надо. Сейчас дальше что получается, если кто видит или нет? Пошла доставка. Вы видите, что по рекламе сейчас делается? Сейчас пошла доставка Сбербанк, доставка там всякие Велберисы, Озоны, там Яндекс.Такси. Вот. И то есть, соответственно, вы можете просто сидеть дома, вам все принесут домой, вам не надо никуда ходить. Да, лишь бы брали у нас. Почему все так охотятся за нами? Потому что мы с вами мысленно, никого не хочу обидеть, знаете, кто являемся? Мы являемся кошелек с ушами. Все эти крупные люди, которые 1%, они вложили деньги во все эти магазины. Они вложили, это все иностранные магазины. Ни одного нет русского. Ни одного русского магазина нету. Если вы, русские магазины какие-то маленькие. Глобальных нету ни одного русского магазина. Монополия. Уже давно-давно идет монополия. И вас сюда никто не пустит никогда. Никто сюда не пустит. Я вообще до 2003 года занимался традиционным, да, бизнесом. У меня было 5 торговых точек бытовой техники на рынках Москвы. Но что потом пришли? Да, сейчас одна из самых больших сетей, которая стала бытовой техникой, да, Эльдорадо, Мир, вот, да, там сейчас новые стали ДНС появляться. Ну что стали появляться? Появляться стали интернет-магазины и так далее. То есть все борются за наши деньги. Вот. И сегодня пойдет речь о том, что любой человек может просто поменять одну лишь привычку. Ходить не в этот магазин, а ходить в другой магазин, о котором сегодня пойдет речь, и на этом можно зарабатывать. Кто-то думает, я не люблю продавать, я не люблю ходить, это не мое. Вы что, не ходите в эти магазины? Тогда не говорите, если вы ходите хоть в один из этих магазинов, то речь о том, как можно зарабатывать, получится и возможно, невозможно у всех, совершенно у всех людей. Просто надо правильно понять, где вам платят, а где не платят. Эти магазины вам платят? Нет. Вам дают скидки максимум 1, 2, 3, 5, там 10%, кэшбэки и так далее. Тоже об этом поговорю. Итак, сколько мы тратим?
денег. Вы задумывались? Средняя семья, не беру продукты питания, мы начнем с товарами второго круга, потому что компания Greenleaf, о которой сегодня буду говорить, здесь есть тоже все и продукты питания, но в частности сейчас компания только-только зашла в страны СНГ, и у нас большая часть продукции товара второго круга. Мы все чистим зубы, умываемся, стираем каждый день. И хочу вам сказать, все те, самый большой бизнес, это тот бизнес, который те, там, на тех товаров, которые смываются в туалет. Вот часто ли вы покупаете, ну не знаю, допустим, люстру? Раз в год, раз в 5 лет, раз в 10 лет. Часто ли вы покупаете мебель? Часто ли покупаете машину? Нет. Но зубы и стирку, голову мыть, кремами девушки мазываются, мы тратим каждый день. Это миллиардный товарооборот. Самые большие деньги делаются на товарах тех, которые смываются в туалет. Как это не смешно бы звучало. Итак, средняя семья тратит, кто-то больше, кто-то меньше, возьмем 5000 рублей в месяц на товары второго круга. Это в среднем беру. 5000 умножить на 12, это 60 тысяч рублей. Каждая семья тратит в месяц, в год, то есть. Сколько таких семей в странах СНГ? Миллионы. Представляете, это миллиардные товары, обороты проходят через эти сети. И эти деньги оставляют здесь. И на сегодняшний день, благодаря магазину компании Greenleaf, это магазин, цель компании, которую сегодня буду рассказывать, открыть в каждых крупных городах, где она уже зашла, магазины шаговой доступности. Вот. И, соответственно, с этого все мы, согласно маркетинг-плану, можем зарабатывать большие, даже неприлично большие деньги. Сейчас вам все расскажу. Вот. Значит, вот основная, допустим, линейка наших товаров. У нас есть чистящие, моющие. Я сегодня не буду говорить про товары, какие они хорошие и так далее. Я просто хочу сказать, это товары премиум-класса по ценам масс-маркета. С компанией сотрудничают разные еще фирмы из Италии, Германии, Японии, Швейцарии. И этот список постоянно увеличивается. Что необходимо? Переходим. В каждой компании есть свои правила. Если вы согласны играть в эту игру и зарабатывать деньги, то соблюдайте правила. Значит, вам необходимо стать партнером компании Greenleaf. Почему? Потому что это выгодно будет. Сейчас я объясню. И что мы обычно делаем? Мы с вами рассказываем или хорошее, или плохое. Это называется сарафанное радио. Если вы куда-то съездили отдохнуть, вам понравилось, вы расскажете. Если вам не понравилось, вы еще больше расскажете. Посмотрели вы какой-то фильм или еще что-то. Все люди рассказывают. То же самое. Вам здесь надо будет рассказывать. О чем? О том, что вы услышите сейчас. Итак, вкратце расскажу, что же, куда же вас мы приглашаем, приглашают те люди, которые дали вам эту ссылку на эту презентацию. Во-первых, сразу хочу сказать, не имеет значения, сколько вы лет вам, какого вероисповедания, сколько вы денег зарабатываете, потому что к нам приходят сюда как обычные люди, как и предприниматели, так как и миллионеры, да, потому что всем нужно, соответственно, чиститься, умываться, стираться и так далее. Значит, что такое компания Greenleaf? Компания Greenleaf – это китайская корпорация с господдержкой, которая работала на китайском рынке, работает с 98 года. И компания получила лицензию от Министерства КНР на прямые продажи в 2016 году. И компания приняла решение и о росте, и экспансии своего бизнеса по всему миру, в частности, в странах Азии. И в 2019 году компания официально начала работать в России. Да, 29 июня 2019 года было открытие компании в России. Нам только год. Да? И сразу хочу сказать, компания Greenleaf пошла чуть-чуть другим путем.
Здесь также есть и традиционный бизнес, и франшиза, тоже мы об этом поговорим, и сетевой маркетинг. Благодаря широчайшему выбору товаров повседневного спроса, премиум-класса, по очень привлекательным ценам, уникальной маркетинговой концепции, компании удалось за короткое время попасть в топ лучших компаний мира. На сегодняшний день партнерами компании открыты тысячи магазинов. В конце, кто ни разу не видел, я вам покажу видео, где мы два раза ездили уже в Китай, сам лично снимал видео формата магазинов, которые будут у нас, которые будут уже вот скоро открываться. На сегодняшний день открыты такие страны, да, как Китай, Сингапур, Малайзия, Австралия, Африка, Россия. Сейчас на подходе новые у нас страны, да, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, кстати, тоже у нас открыт. Вот, страны Европы, Латвия, Литва. То есть эти страны уже будут открываться в 2020-2021 году. И Greenleaf – это, что это такое? Это готовое решение для современной жизни. Вместе с корпорацией Greenleaf вы легко сможете удовлетворить свои потребности, качественных товаров повседневного спроса. И самое главное, вы сможете построить собственный высокодоходный бизнес. Вот это самое главное. В чем уникальность предложения? Значит, здесь сочетаются разные виды бизнесов. То есть вы можете, так как у нас только начинается, и мы ищем людей, предприимчивых людей. То есть нам сейчас нужны люди, которые хотят зарабатывать большие деньги. То есть мы сейчас, я вам не начал показывать какой-то там товар, продукцию и так далее. У нас отдельная есть презентация. То есть вы можете, если вы любите продавать, вам не надо ломать голову, вы можете открыть свой, расширить свой ассортимент, если у вас есть действующий магазин. Вы можете открыть полностью магазин компании Greenleaf, продавать только эту продукцию. Вот, можете открыть несколько магазинов, можете работать по сетевому маркетингу, можете открыть пункт выдачи продукции в своем городе, если у вас еще нету. Очень выгодный маркетинг-план. Широкий ассортимент продукции. У нас на сегодняшний день уже 400 наименований продукции. Год назад было 50. В Китае уже 10 тысяч товаров, начиная от продуктов питания, бытовой техники, виноводочных изделий, золота, бриллиантов, чистящих, моющих и так далее. И, как я вам сказал, буквально ближе к весне в Москве на Ботаническом саду китайцы уже, мы уже получили ключи. Да, это порядка около 1000 квадратных метров на первый магазин шоурум, да, который покажу в конце, где будет центральный склад. Это будет от компании магазин, и в дальнейшем такие магазины будут открываться в крупных городах и вообще в тех городах, где, соответственно, будут наши партнеры. Сейчас я об этом тоже все подробно расскажу. Итак, хочу затронуть такое правило 1990. В любом бизнесе есть свои законы, особенно если касается сетевого маркетинга. Значит, обычно в первые 2-3 года, этот может срок быть чуть больше, чуть меньше, в среднем 2-3-4 года, те люди, которые начинают развивать этот бизнес, да, они попадают в 1% распределения всей прибыли. То есть они будут зарабатывать самые большие деньги. Те люди, которые придут позже, через 4, 5, 6 лет, они тоже будут зарабатывать. Но им нужно, им нужно будет просто больше приложить усилий. Вот. И те люди, которые будут уже придут через 7, через 10 лет, они тоже будут зарабатывать, ну, как говорится, больше, чем на основной работе. Но в основном это будут потребители. В основном это будут потребители. То есть сейчас вам очень повезло, вы слышите одними из первых людей, да, о этой концепции. И разберитесь, не приходите мимо. Потом посмотрите еще несколько раз презентацию, задайте тому человеку вопрос, кто вас сюда пригласил. Итак, с чего начать? Сейчас внимательно послушайте. Значит, еще раз повторяю, у каждой компании, фирмы, вообще любой, есть свои правила. Вот здесь есть свои правила. Я вам сказал, что компания необычная, и она пошла другим путем. Если вы предприниматель, и вы хотите открыть какой-то бизнес, да, сейчас вот выгодно, модно открывать бизнес по франшизе, чем самому. Франшиза – это готовый бизнес под ключ. Самое сейчас входит в пятерку самых лучших бизнесов – это
продукты питания. Вот, в частности, сеть «Пятерочка» работает по франшизе. И минимальный, зависит от площади, все, минимальное вложение, чтобы открыть такой магазин, это 10 миллионов рублей. И в договоре у вас будет прописано, что вы выйдете в ноль в среднем 4-5 лет. То есть, понимаете, да? То есть 4-5 лет вы просто будете работать в ноль. Это в договоре. Таких компаний сейчас много по франшизе, кто не знает. Очень много всяких мета-анализов, разных магазинов одежды. Вообще, в любой торговый центр крупный вы зайдете, 90% это все франшиза. То есть вы можете купить готовый бизнес. Один из самых популярных бизнесов в мире, самых прибыльных, кто не знает, это сеть быстрого питания McDonald's. Чтобы открыть McDonald's, вам нужно порядка 3 миллионов долларов. Кто не знал. Вот. И то просто так вам ее не дадут. Там идут анализы и так далее. То есть к чему я говорю? Не так уж и много возможностей у обычного человека открыть свой бизнес. Некоторые говорят, да, я бы что-то открыл, но дорого, что начать? Риски есть. Вот сегодня я вам говорю, с чего начать здесь, где нет вообще никаких рисков. Вы вообще ничем не рискуете, я сейчас это обосную. Значит, с компанией Greenleaf любой человек может заключить договор, купив контракт, можно назвать договор, с точки зрения предпринимателя, франшизу, всего лишь за 22 600 рублей. То есть смотрите, как китайцы сделали, как они пошли. Они сначала делают информационное поле в тех городах, где есть много уже потребителей, да? Потом открывается магазин компании Greenleaf. И открывать его будут те люди, которые начали одни из первых в этом регионе развивать этот бизнес. Соответственно, это будете вы или ваши друзья, знакомые, которые узнают об этом бизнесе. Значит, вы не просто так платите деньги. У нас есть на сегодняшний день 3 стартовых набора. И китайские маркетологи положили в этот стартовый набор самую лучшую продукцию, чтобы мы их попробовали, чтобы она нам понравилась. Соответственно, да, если вам это понравится, вы будете рассказывать. Если не понравится, то не будете рассказывать. Вот. То есть здесь 2 в одном. То есть вы не просто тратите деньги, вам дается продукция. Вы покупаете готовый бизнес, и вам еще дарится ваучер на 88 200 купонов. Один купон – это 1 рубль. Что такое? Вот такого я не видел нигде. Быстренько расскажу. Сейчас модное слово «кэшбэк». Вот если вы пойдете в Эльдорадо и купите там что-то на 10 тысяч рублей, то в среднем ваш кэшбэк составит 10%. Да, с 10 тысяч – это 1000. В следующий раз вы пойдете, допустим, хоть завтра, купите что-то на 5 тысяч рублей, то вы заплатите 4 тысячи из кармана и 1000 рублей кэшбэк. Поняли? Вот имея такой кэшбэк, у вас будет скидка 50% на купонную продукцию всю купонную продукцию компании Greenleaf. У нас 2 категории товаров. 30% баловая она идет по одному маркетинг-плану и 70% купонная. То есть на купонную продукцию можно делать накрутку 100-200 более процентов. Тоже сейчас про это поговорим. Итак, переходим дальше. Вы заключили с компанией договор. Значит, вы экономите свой семейный бюджет. Вы можете даже не строить бизнес. Вы один раз в жизни купили один из стартовых наборов, заключили договор и просто пользуйтесь за себя. Экономите свой семейный бюджет. Кстати, вы знаете, многие даже не знают, что ходя в любой магазин шаговой доступности, вам никто не гарантирует гарантию на качество продуктов. Знаете почему? Любой магазин является просто пунктом выдачи продукции. Да, если там просрочка или еще что-то, конечно, они с полок это убирают. Но какие-то, если что-то не то, вам скажут, вот звоните производителю, что-то вам не понравилось, все туда. Поняли, да? То здесь совсем по-другому. Компания Greenleaf все сама производит.
с теми компаниями, которыми она не производит, она сотрудничает по формату F2C, она отбирает жесткий отбор и полностью берет все производство под свой контроль, чтобы пустить продукцию в сеть продукции компании Greenleaf. Вот, то есть здесь никаких подделок, то есть некачественных товаров быть не может и никогда не будет, как вообще и в любых сетевых компаниях, в принципе. Вот, что получается дальше? Значит, переходим к маркетинг-плану. Значит, итог быстро подвожу. Значит, вы можете просто строить бизнес, да, можете просто строить бизнес, открыть сервис-центр, магазин, расширить свой магазин. Можете просто экономить свой бюджет, а можете строить сетевой бизнес по всему миру, имея всего лишь смартфон. Вам нужен смартфон и все. Больше вам ничего не нужно, остальное мы вас научим. Тоже об этом сейчас поговорю. Или все вместе можете заниматься. Так, переходим к самому интересному. Маркетинг-план. За что вы будете получать деньги? Значит, в правилах прописано. Вы купили, заключили с компанией договор, и мы получаем деньги за товарооборот. Как он происходит? Значит, у нас есть 8 видов бонуса. Сейчас я быстренько про них расскажу. Первые 3 вида бонуса мы получаем каждый день в 8 утра. То есть вы уже завтра, если вы сегодня заключите договор, вы уже завтра можете заработать деньги. Да? И не как в тех франшизах отбивать год, два, три, пять лет, выходить в ноль. Вы уже можете завтра, через неделю выйти не то что в ноль, а даже в плюс. Первый вид бонуса, он называется бонус-гарант. То есть расположение у нас в структуре идет левая и правая группа, команда, простым языком буду говорить. У вас у каждого будет номер. В номере будет указан, да, у вас будет номер, фамилия, имущество и имя того человека, кто вас пригласил. Вот это самое главное, чтобы фиксировалось. Потому что другим способом нельзя сюда никак попасть. Вы не просто так сюда попали. Я сюда не просто так попал. Я когда-то услышал, заинтересовался, все изучил и начал развивать этот бизнес. Соответственно, вас сюда тоже пригласили те люди, которым тоже кто-то когда-то рассказал. Это нужно для того, чтобы компания считала, какой товарооборот прошел под вами. Итак, что самое интересное здесь, вот слева и справа у вас может быть все по одному человеку. Соответственно, третьего, четвертого, пятого, кто заключит договор, вы ставите туда, куда вам выгодно. Это уже более подробности, потом разберетесь там, с тем человеком, кто вас пригласил. И что получается? Вы даже не будете знать людей, которые потом будут находиться в вашей команде. Да, кто-то пригласил у нас 5 человек, кто-то 10, кто-то никого не пригласил, просто пользуются. Но те люди, кто работает активно, соответственно, это называется перелив. Перелив. И что получается? За каждого человека вы будете получать за перелив $1.5. Кажется, это смешно. Это называется бонус-гарант, пока вы назад не получите $275 или 15600. То есть 22600 вы вложили. Если с точки бизнеса, получили продукцию, которая даже дороже, чем сам стартовый набор. Вы получили купоны, где дает 50% скидку. И вы получили 15600 частями назад. Супер, супер, такого я нигде не видел. Это бонус-гарант. То есть возвращается 75%. Дальше переходим как раз к деньгам. И вот начиная со второго вида дохода, начинается самое-самое интересное. Когда слева и справа идет покупка стартового набора. Это называются бонусы за стартовые наборы. Они выплачиваются один раз. То вы получаете $22. Не имеет значения, ваш это человек или не ваш. Как мы видим на картинке, это можно быть не только на уровне, а на разных уровнях. Но есть одно ограничение. В день вы можете получать не больше $529. Или 24 пары. Это специально просчитали маркетологи, то есть это такие вот у них условия, как говорится, такой бизнес-план. То есть это $529 в день, это 31 тысяча рублей. У некоторых такая зарплата. А в месяц это почти 1 миллион рублей. Вот поставьте цифру 7, кто бы хотел получать 1 миллион рублей. Я думаю, многие бы хотели,
многие хотели. Вот как раз компания это предлагает. Следующий вид дохода – это за уровни, называется бонус продаж. Когда у вас слева и справа проходит тоже стартовый набор покупка, но только по уровням, то вы получаете еще 88 долларов, но один раз. Это 5016 рублей. Если у вас в день пройдет два уровня, два раза получите 10 уровней, 880 долларов получите и так далее. Тоже очень классный бонус. Сразу еще хочу сказать, у вас таких мест может быть сколько угодно. Не, запомните это слово, ниже я скажу. Тут рассчитан на этой таблице примерный расчет по трем только видам бонуса. И как мы видим, смотрите, да, вот чем интересен бинар, то что здесь идет закон больших чисел. Да, вы рассказали двоим, те двоим, те двоим, двоим, двоим. И видите, на втором, на 20 уровне у вас уже теоретически может быть более полумиллиона людей. Соответственно, они заключили договор, и смотрите, какие суммы вы уже можете получить, какие заложены в этом бизнесе. Конечно, это все теоретически. У каждого разного скорость, да. Кто-то был в школе двоечником, кто-то отличником, кто-то хорошо умеет читать, кто-то писать, да. То же самое, мы все разные люди, у каждого будет разная скорость. Но ограничений тут по уровням нет, это просто пример. Без ограничений, это может быть и 30-я линия, 100-я линия. Вот, значит, по трем видам бонусов у нас не требуется ежемесячная активность, как в других каких-то других компаниях. Ежемесячная активность – это минимальный план продаж. В некоторых компаниях бывает 3 тысячи, 5, 10, 20 тысяч рублей. Здесь вам не нужно ничего. Но почему так компания сделала? Потому что ну, здесь товаров столько много, вы все равно что-то будете покупать для себя. Вот. Что получается дальше? Четвертый вид дохода, он начинает считаться за личники. Вот смотрите, тех людей, которых вы пригласили лично, компьютер все фиксирует. Вот пригласили вы 5 человек, все ваши 5 человек, это будет называться первая линия. 10, 10, 20, 20, чем больше, тем лучше. Называется классический маркетинг-план. Это вторая часть маркетинга уже идет. Кого они пригласили, это будет второй уровень. Кого те пригласили, третий уровень. И вот с 1 по 40 уровень по купонной продукции мы будем получать, вы будете получать 2% от каждой проданной купонной продукции, от каждого проданного купона. И второй маркетинг-план накладывается балловая продукция, это другая категория продукции. С 1 по 60 уровень мы будем получать от 1 до 0,25%. Плюс здесь есть компрессия. Сильно сейчас никак не надо, я вам рассказываю общую концепцию. Кто сетевик, тот уже вкратце все поймет. Дальше что? Дальше у нас здесь идут разные квалификации. Что самое интересное, вся балловая продукция, которая будет куплена, начиная с вас и ниже, она будет копиться. Вот когда у вас слева и справа накопится 825 баллов, вы называетесь предменеджером. Когда слева и справа у вас накопится 1650 баллов и будет по одному супервайзеру, вы называетесь супервайзером. И так дальше. Предменеджер, менеджер, старший директор. То есть здесь есть свои ранги, свои квалификации. Чем больше у вас ранг, тем больше вы дополнительно будете получать последующим видом дохода. Вот, допустим, смотрите здесь. Да, если у вас вы предсупервайзер, вы получаете с первой и второй линии за дополнительно 2% за каждые пары. Соответственно, если вы директор, вы получаете уже до 7 уровня. Если вы директор 6 звезды, то до 14 уровня. Так, значит, дальше. Следующий вид бонуса, он идет за по балловым эквивалентам, то есть, соответственно, где вы получаете с 1 по 10 поколение 1% за балловую продукцию, с 11 по 40 0,5 и 41 по 60 0,25%. Все, что будет куплено балловой продукции. У нас есть два вида прайса. Потом спросите обязательно у тех людей, кто вас сюда пригласил, они вам все скинут эту информацию. Значит, суперрозничный бонус. Те люди, которые
любят продавать. В частности, это касается балловой продукции. Все, что вы купили больше 60 баллов, то вам на ваш номер возвращается 10%. Тот человек, который вас пригласил, ему идет 5%. А если вы являетесь лидер, да, это с уровня менеджер, то вы получаете 20% за сверхпроданный товарооборот. Значит, дальше у нас идет седьмой вид вознаграждения денег, куда мы все стремимся. Да, я сейчас буду рассказывать вот сразу про менеджера. То есть, начиная с уровня менеджера, у вас начинает копиться на путешествие. Да, баллы на путешествие. У вас загорается личный кабинет, и там копятся баллы на путешествие, где их можно будет более подробные условия у нас будут сейчас выложены в 2021 году. Мы еще этим даже бонусом ни разу не воспользовались, но у нас уже у некоторых много, у некоторых мало, уже накоплены определенное количество баллов. Также у нас копится на автомобиль и на жилищную программу. То есть это уже идут бонусы. То есть с уровня определенного уровня у вас будут копиться баллы. Восьмой вид бонусов, куда мы все стремимся, это называется премии директоров. Начиная с уровня директор первой звезды, вы попадаете в распределение прибыли всего товара оборота мирового и делится, где делится 1%. Сразу хочу сказать, компании с 2016 года есть уже все вот эти звездные директора, да, ну, в Китае пока не. И, соответственно, вот, допустим, директор 3 звезды зарабатывает в месяц 200-300 тысяч долларов. Директор 6 звезды появился в 2020 году, его чек более 1 миллиона долларов. Вот представьте, что через 5-6 лет такие же чеки сможете зарабатывать вы. Я уже не говорю там про 100, про 200 тысяч, про 100, про миллион рублей. У кого какие амбиции? Если у вас большие амбиции, цели, пожалуйста. Если вы хотите дополнительно зарабатывать 100-200 тысяч рублей, пожалуйста. У нас очень много людей, кто в первую неделю зарабатывает и 10, и 20 тысяч рублей. Кто в первый месяц зарабатывает 50 и 100 тысяч рублей. За первый год работы у нас много людей, кто есть заработал 1 миллион, 2, 3, 4, 5, 6 миллионов рублей и более. Я еще раз говорю, мы только-только начинаем. И у нас еще нету даже такого роста пика. Я уверен, не уверен, а уже, как говорится, чувствую то, что в 2021 году, после открытия первого супермаркета центрального, у нас будет огромный рост, взрыв. И те люди, которые зарабатывают сейчас деньги, то начали уже зарабатывать, да, деньги, то эту сумму можно умножать в 5-10 раз. То есть, если вы зарабатываете 10 тысяч сейчас рублей, вы будете зарабатывать через год 100 тысяч рублей. Образно говоря, если вы зарабатываете 100 тысяч, вы будете миллион зарабатывать. Если вы зарабатываете миллион, вы будете зарабатывать 10 миллионов рублей. Я думаю, эти суммы интересны уже всем. Особенно предпринимателям говорю, где вы за 20-2600 рублей начнете такой прибыльный бизнес? Задумайтесь об этом. Итак, переходим дальше. Самый классный бонус, который сделан специально для стран СНГ и Европы, с уровня менеджера вы участвуете в распределении 3% баллового товарооборота. То есть вы получаете свою долю. Менеджер получает свою долю, старший менеджер свою долю, директор свою долю, старший директор свою долю и так далее. То есть здесь уже участвует, здесь вы уже заинтересованы в общем товарообороте. То есть это может даже быть не ваша группа, не ваш товарооборот, но он в конце месяца суммируется и в 20-25 числах распределяется. Это очень хорошие деньги, да? Они уже превышают некоторых, да, там зарплаты, сверхзарплаты обычных, да, людей. Но я вам говорю, это только начало. Да, это будет 200, полмиллиона, миллион рублей, скоро это бонусы будут дополнительные. Супер! Я думаю, супер. Поставьте цифру 5. И сразу хочу сказать, у нас в новом году будут еще разные бонусы добавляться. То есть все идет постепенно. Все идет постепенно. То есть представьте, вы работаете год, да,
Что за год обычно человек изменится? Ну, не знаю, дай бог, дадут 13-ю зарплату. А тут вам еще, если посчитать все эти бонусы, будет годовой бонус там 500 тысяч, 1 миллион рублей. Разве это хорошо? Плохо? Это вообще супер. Так, дальше, значит, переходим. В принципе, весь маркетинг закончился. Сейчас я перехожу к фишкам. К фишкам. Значит, я вначале сказал, то, что может у вас быть не одно место, а может быть 2, 3, 4, 5, 10 мест. И вот в бинарных маркетинг-планах есть такое понятие, как золотой треугольник. Если вы вложите, да, с точки зрения инвестиций, не 22 600 рублей, а в начале сразу возьмете, зайдете на 3 места 67 800 рублей, то при одной и той же работе вы будете получать в 2 раза больше. Супер! Супер! Вот обратитесь к этому человеку, кто вам дал эту ссылку на эту презентацию, кто вам дал видео, если вы потом будете смотреть запись, пускай она объяснит, если вы не знаете, что такое. Потому что многие люди, взяв одно место, спустя 2-3 месяца начинают ругаться. А почему ты мне раньше не объяснил про это? Я бы сразу зашел на 3, на 4, на 5 мест, на 7 мест. Да, если, как говорится, кто понимает, о чем я говорю. Ну, ничего страшного, всегда места можно докупить. Так, дальше переходим. Преимущество, значит, партнерства с Greenleaf. Строить собственный бизнес можно, можно продавать продукцию, можно экономить. Это выгодно всем. Я вас уверяю, 99... Если бы у нас сейчас была живая презентация, то бы у нас после презентации была бы презентация продукции. И я уверяю вас, да, некоторые говорят, люди, которые не поняли, о, я не хочу заниматься бизнесом. Но когда вам покажут продукцию и увидите цены и качество, вы однозначно станете и влюбитесь в эту продукцию. Так что у вас клиентов здесь отбоя не будет. Сейчас я про это еще проговорю. Сейчас объясню дальше. Значит, вот смотрите, преимущество партнерства с Greenleaf. Смотрите, те люди, вот вы купили франшизу, допустим, потом вы рассказали о этом бизнесе своим претендентам. Кто-то сказал, я не хочу, но я хочу пользоваться продукцией. Вы можете сказать, смотри, у нас сейчас есть сервис-центры, пункты выдачи, доставки и так далее. Сейчас у нас готовится новый кабинет, практически готов, интернет-магазин у вас свой будет. И вы говорите человеку, если ты будешь покупать продукцию по моей, на мой номер, то у тебя будет минимум 30% скидка. Ценообразование у нас здесь так позволяет делать. Вот сейчас вдумайтесь, вдумайтесь, смотрите. Как я вам сказал, вот вещь стоит 100 рублей, да? 100 рублей, допустим. Туда входит цена 50% рублей, 50% купонов. И от 100 рублей в среднем идет накрутка 50%. В среднем возьмем. Да, то есть вещь, конечно, стоит 150 рублей. Прайс, если вы посмотрите, даже там и больше есть, 150. Если мы вам даем скидку 30%, то человек покупает за 100 рублей. Ему выгодно? Выгодно. А что получаете вы, которые купили франшизу? А вы смотрите, что получаете. Купоны, когда у вас будут заканчиваться, вы будете покупать их 1 к 10. То есть 50 купонов стоит 5 рублей. Ваши затраты будут 55 рублей. Человек потратил 100 рублей. То есть вы получите за каждые 100 рублей 45 рублей. А теперь смотрите следующий шаг. И просто вдумайтесь, вот вы раздали карточки тем людям, которые просто хотят пользоваться продукцией экономии. Они сказали, я не хочу покупать франшизу сейчас, сейчас, допустим. Хочу попробовать сначала, говорю, пожалуйста. Таких людей много будет. Вот. Но за каждую 1000 рублей, потраченные ими, они уже получили скидку 500 рублей, 33% даже, а вы получили 450 рублей. Сразу хочу сказать, у нас нет таких чеков, чтобы за 1000 рублей было. Средний чек это 2, 3, 4, 5 тысяч рублей. У нас уже есть порядка 30-40 магазинов по России, да, кто открыли наши партнеры. Это очень мало. Это не 10 тысяч, как магазинов Пятерочка. Ну, максимум 50, допустим. Да, еще рост будет 3-5 лет идти. Работа непочатый край. Люди ходят, покупают, делают доставку. Мы же онлайн еще работаем.
Вот, можете сидеть дома, в любой деревне, как говорится, не имеет значения, если вы там какой-то в глухой деревне живете. У вас должен просто доступ к интернет. Даже если нет интернета, можно просто позвонить. Связь есть везде. 21 век. Из каждой 1000 рублей вы получите 450 рублей. Если вы раздали 10 таких карточек, да, после каждой презентации, продукция же классная, человек же видит, понимает, то вы получите 4500 рублей. Если вы раздали 100 таких карточек, 100 карточек легко можно раздать, провести презентацию за 2, 3, 4, 5 месяцев. Легко. Все будет зависеть от вашей скорости. Можно в первый месяц сделать. Я еще раз говорю, у вас есть люди, кто в первый месяц помимо маркетинга уже 100 тысяч зарабатывает. И вы будете получать в среднем 45 тысяч рублей. Супер! Супер! Средняя зарплата. Вот вам средняя зарплата, не бросая своей любимой работы вместо сериала или еще что-то. Изучите еще раз презентацию, обратитесь к человеку, кто вам дал эту презентацию, ссылку. И 45 тысяч рублей дополнительно. Супер, супер. Вот смотрите, у всех есть телефон, смартфон. Вот у меня в этом телефоне 3100 с чем-то контактов. А если я расскажу 1000 людям? Пожалуйста, у вас есть соцсети? Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Ютуб канал, ТикТок есть? Разместите то, что чем вы занимаетесь, расскажите. И люди, ваши подписчики, обратят на вас внимание и скажут, я это не видел, а тоже это хочу. И если у вас будет 1000 покупателей, они будут. 450 рублей с каждой покупки. 450 тысяч рублей вы будете получать просто. Просто за то, что люди ходят в магазины, живут в разных городах, на вашу карточку получают, и вы в конце месяца следующего вам начисляют эти бонусы. Не строя сеть даже, а просто рассказать. Мы этому всему обучаем. Сейчас я все расскажу. Как строить бизнес? У нас есть разные чаты, различные школы для обучения. Соответственно, личное общение. Если вы не умеете рассказывать, приглашайте на эти презентации. Я или ваши люди, наши лидеры, кто уже зарабатывают деньги, кто уже работает 3, как говорится, месяца, 6 месяцев в год, мы расскажем, если вы не умеете рассказывать. Это не надо уметь. Соответственно, как пригласить, кого пригласить, как кому сказать, предпринимателю, другу, знакомому, всему мы это обучаем. Можно открыть розничный бизнес. Любой человек, кто заключил франшизу как традиционный бизнес, берет по оптовой цене, может продавать по розничной цене. Средняя накрутка идет от 100%. И товар расходится, как пирожки. В некоторых регионах товар в очередь стоит. У нас есть много позиций, которые люди ждут, потому что товар разбирается быстро. Китайцы не успевают делать даже. Можно открыть сервис-центр, если в вашем городе нет. Вы можете все вместе это комбинировать. Командная работа, еще раз повторяю. Человек, который вас пригласил, да, он не просто вас так пригласил. Он не хочет с вас там что-то, лапши какой-то на уши навешать и так далее. Мы вам рассказываем то, что делают китайцы. С вами, ну уже с нами, с вами или без вас, компания Greenleaf откроет в каждом крупном городе, потом в каждом поселке магазин шаговой доступности. Доставка уже есть везде. Вот. И, соответственно, с этого вы будете получать процент. Как начать зарабатывать? Я еще раз говорю. В самом начале я говорил, и на табличке этого видео будет написано, поменяйте всего лишь одну привычку. Начните пользоваться продукцией компании Greenleaf. 99% людей вам понравится. Вам все равно что-нибудь обязательно понравится и станет вашей любимой продукцией. Почему? Потому что вот так вот. Вот цена и качество ниже цен нету. Фабричное качество китайское, об этом тоже поговорю. Инвестируйте свое время обучения. Да, если вас никто здесь не будет заставлять, если вы хотите обучаться, пожалуйста, хоть каждый день может у нас есть занятия проходят. Пожалуйста, все расскажем, покажем. Применяйте все это и действуйте.
Если вам все понравилось, обратитесь к тому человеку, кто вас пригласил, зарегистрируйтесь, выберите один из стартовых наборов, и уже завтра вы можете заработать свои первые деньги. Подключитесь к различным чатам, WhatsApp, Telegram, группам, соцсетям. Все это спросите у того человека, кто вас пригласил. Соответственно, еще раз повторяю, как на этом можно заработать. Мы не ходим, не продаем что-то. Мы даем информацию. А человек сам выбирает. Кто-то, пользуясь продукцией, который сказал, не хочу брать франшизу, скажет, ой, а я тоже хочу брать по оптовой цене. Вы говорите, не вопрос. Что нужно сделать? Один раз в жизни заключаешь с компанией договор, берешь любой стартовых наборов, 88 200 купонов. Кто еще не понял? Вы за 22 600 покупаете 88 тысяч купонов, но это валюта, это внутренняя валюта, это деньги. Кто-то там в пирамиды нанесет деньги, обещает им 100-200%. Здесь плюс 400% на старте сразу. Это просто китайцы придумали мозаику, огонь. Нашу компанию, кто же понимает, называют уже MLM-киллером. Не побоюсь этого слова, компания Greenleaf со временем вытеснит, в частности, все американские компании. Ну, не все вытеснит, подвинет. Конечно, любые, везде есть эксклюзивные товары. Но часть людей, большая часть людей перейдет сюда, потому что здесь есть все, и ниже цен Китая нет. Плюсы сетевого бизнеса сейчас зачитывать уже не буду. Не буду. Все потом посмотрите, можете сами почитать. Значит, почему я в Greenleaf? И я могу сказать за тех людей, которые вас сюда пригласили. Первое, возможность выбирать, с кем работать. Китайское фабричное качество. Кто не знает, фабричное качество – это самое лучшее товар, это фабричное качество. Это не какой-то AliExpress, да, где там ломаются товары. Это товары, которые делает сам Китай для внутреннего рынка Китая с 98 года. И сейчас это идет в массы. Такого не было никогда, что фабричное. Китайцы – одна из самых, как говорится, преуспевающихся, как говорится, стран, да, в плане производства, продукции, качества. Да? Кто не знает, разберитесь. Свободный график работы, система обучения и поддержки, неограниченный доход. Я еще раз говорю, люди уже здесь стали долларовыми миллионерами. Мы только начинаем, у нас пока только рублевые миллионеры есть. Личностный рост. Уважение и признание, путешествия. 2-3 раза в год можете ездить бесплатно путешествовать. До пандемии мы ездили 3 раза в 2019 году, 2 раза в Китай, 1 раз в Малайзию. Бесплатно от компании одно путешествие 2500 долларов стоит. Перспективная индустрия. Значит, на этом слайде я хочу закончить. И скажите большое-большое спасибо тому человеку, кто вас сюда пригласил. Не проходите мимо, не проходите мимо, вот, позвоните, да, человеку, кто вам пригласил на это, кто вам скинул ссылку и скажите, расскажи мне подробно, что они поняли. Я с вами прощаюсь, сейчас я вам покажу ролик одного из магазинов, который будет открываться уже в этом, то есть в 2021 году, и таких магазинов будет тысячи, и такие магазины можете открыть вы. Просто они есть побольше, поменьше. Сейчас два видео покажу. Так, сейчас. Так, выключать сейчас не буду. Напишите от 1 до 10. Слышно, видно? Видео видно? От 1 до 10. Один не видно. 10. Все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Посмотрите, сейчас три ролика будет, три ролика. До свидания. Желаю вам удачи и правильных решений. С наступающим вас Новым годом! Вино, пиво, конфеты.